Точно, у нас специальное предновогоднее видео с подарками. Да, вам-то мы уже, как известно, в этом году подарки туда вели. Сука. ТЗ, который нам прислали, надо сделать это на Яндекс.Маркете. Жалко, не есть для попления на роскошный подарок. 1000 рублей. Так, что тут у нас подешевле? Трубочки для напитков, мешочки с халщи. А выбор-то у них конский. Блять, ну когда она закончится, блядь? Ничего нет. Если вы, ребят, тоже хотите сделать приятно своим близким, то переходите по ссылке в описании и заказывайте подарки на Яндекс.Маркете. Что-то он похудел, кстати. Ну, честные ебучие готовы. Мы такое придумали, мы такое записали. Это будет фит года. Нет, это будет фит век. Вы охуеете, чью карьеру мы в этот раз перезапустим. А, Мариночка, скажи, пожалуйста, ты замечала, что в новогоднюю ночь звезды светят ярче, чем обычно? Нет. А тогда посмотри на сцену, ведь прямо сейчас там появится самая яркая звездочка уходящего года – Моргенштерн. Это Малахов, правильно же? Сука, ебальники один в один, нахуй. Вот этих вот с голубого огонька, бля. Поздравляю всех с наступающим и передаю слово президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Эй, проснись, 20-й год. Открываю пивко. Тихо. Да блядь! Руина, все испортил. А если серьезно, запятая, точка, 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 как какать? Сидя, блядь, все. Стучит 21-й нам в дверь. Лови новогоднюю речь. А это у него есть стиль какой-то, прикиньте, если Путин читал бы. Был очень-очень сложный. Еще сложнее, чем прошлый. Но мы преодолеть все сможем. Здорово, Никитон, все как оно. С помощью моей и божьей. Спасибо, что приняли поправки. Я в вас и не сомневался. Оставаться я не собирался. Но раз вы просите, то ладно. А вообще мне не важно там, как ты. Раздал друзьям госконтракты. Путин стал делать лучше, когда пошел на 5-й. Кто нахуй? Это Надежда Бабкина, блядь. Надежда Бабкина, наверное, да. Сука, я нахуй. Блядь, тёлки как будто нахуй из какого-то агентства, блядь, по 500 рублей. Я, конечно, извините, блядь. Может быть, это чьи-то девушки, типа. Там... Я чьи-то дети. Да, 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 да. Позевай нахуй, ты, блядь. Я не зеваю. Но... У Моргенштерна всегда какие-то суки по 10 тысяч рублей. Я вот к чему. Ой, бля. Не знаю, будь я тёлкой, я бы не пошел в жопу и трясти даже в рофле каком-то. Не знаю. I'm like a hoe in the furnace with the killer. I'm like a hoe in the furnace with the killer.
my motion just me do it quick. The bottom of my pillow, grip my nine and tuck it in my pants. Cross the shadows, hold me out, you like your life, I'll take the chance. I'm taking chance.